В связи с усилением проверок на границах Франции ожидаются задержки с прибытием, отправлением самолетов. Несмотря на теракты, Air France намерены выполнить все рейсы. Сообщение авиакомпании подчеркивает, что предстоящие рейсы во Францию и из Франции состоятся по расписанию. Отмечу, желающие могут бесплатно поменять билеты, купленные с 13 по 15 ноября, говорится на сайте компании. Бесплатный обмен билетов будет действовать до 22 ноября. Мы связались с белорусским авиаперевозчиком «Белавия». На завтра запланирован рейс «Минск-Париж». Вот что нам сообщил замгендиректор компании Игорь Чергинец. Авиакомпания «Белавия» сегодня выполнила рейс по расписанию маршрута «Минск-Ницца». Завтра планируем выполнение рейсов «Минск-Париж». До сих пор никаких решений, закрывающих воздушное пространство Франции или аэропорты Франции, французскими авиационными властями не принято. Пока выполняем рейс по расписанию. Тем временем представители железной дороги сообщили нам, что белорусские поезда во Францию не курсируют. Комплектацией вагонов и изменениями в расписании занимается федеральная пассажирская компания Москвы. Информация об отмене или задержке рейсов пока не поступала. Так, поезд в Париж через Минск отправился накануне. Следующий, но уже в Ниццу, состоится в четверг.